ребята, вот сюда, ко мне отойдите, чтобы было всем видно. Потихоньку назад, отходим назад, назад, назад. Чтобы было ж видно. Перегон Камыш-Заря, Волноваха, нас сильно беспокоит, то, что вы говорили. И вторая просьба, ну автодорога Мариуполь-Запорожье, ну это артерия в Украину, это честно сказать. 10 километров в цьому році маємо зробити. Там 208. Я знаю, а в нас зробимо, щоб зробити свою частину. Ну, пожалуйста, дуже сильно. Потому что ну, мы все ездим, это... А Камыш-Заря розпочали. Я вам скажу, что все, что мы зараз робимо в дорогах, зробили в вашу. Алексей, я очень хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в Краснодаре. Как от женщин после 55 лет. Ну сделайте что-нибудь. Ну нет сил ходить на работу. А приходится. Петр Алексеевич. Ну, Серёжа, ну почему нет сил ходить на работу? Скажите мне. Я хочу ходить на работу, но у меня просто нет. И на пенсию пойти не могу, потому что Петр Алексеевич наложил где-то на... Не наложил еще. Не морочь голову. Слушайте. Мы можем еще, конечно, поговорить. Но моя позиция такая, что... У некоторых есть здоровье и силы, они даже работают после 60-70. Я думаю, что надо восстанавливать, там есть там горячие цеха. Ну, цеха, ну а женщина просто 55 лет, и с таким цветом лица, как у тебя, жаловаться на возраст грех. Я тебе думал, что ты коротких 40 мая. Я говорю. Присоединяемся. Пришла я просто. Дуже дякую. Дуже дякую.